Привет! В этом видео я расскажу, как легко настроить диктофон на вашем айфоне для записи качественного звука. Перейдите в настройки вашего iPhone. Прокрутите вниз до раздела «Диктофон» и выберите «Качество звука». Рекомендую выбрать «Без потерь» для наилучшего качества. И вот еще лайфхак. Чтобы максимально улучшить качество вашей уже готовой аудиозаписи, нажмите на значок «Настройки» в нижнем правом углу. Включите «Пропускать тишину» и «Улучшить качество». Это поможет убрать паузы в речи и приглушить шумы. Если вы хотите поделиться записью, нажмите на иконку с тремя точками и выберите «Поделиться». Затем выберите, как именно вы хотите это сделать – через сообщение, имейл или социальные сети. Вот и все. Теперь вы знаете, как настроить диктофон на вашем iPhone. Подписывайтесь на наш канал для получения новых обучающих видео и не забывайте ставить лайки. Спасибо за просмотр!